Третьего года. Писали ее Марк Фраткин, композитор, и Евгений Долматовский. Она была написана в эшелоне, который шел по маршруту Сталинград-Елец, уже после битвы под Сталинградом. У Марка Григорьевича был с собой трофейный аккордеон. И они там сидели в офицерском купе, курили, что-то беседовали за жизнь, и Долматовский показал Фраткину вот наброски своего текста, который назывался «Случайный вальс», или сначала он назывался «Офицерский вальс». Фраткин взял аккордеон, набросал какие-то первые аккорды и на первом же полустанке вышел и сыграл собравшимся солдатам вот только что получившуюся песню. Эшелон шел очень медленно, и поэтому, когда авторы этой песни прибыли в Елец, их на перроне уже встречала песня, которая добралась раньше их. Ночь коротка, спят облака, и лежит у меня на ладони незнакомая ваша рука. После тревог спит городок, я услышал мелодию вальса и сюда заглянул на часок, хоть я с вами совсем не знаком, и далеко отсюда мой дом. Я как будто бы снова возле дома родного, в этом зале пустом мы танцуем вдвоем, так скажите хоть слово. Сам не знаю о чем. Будем кружить, петь и дружить, танцевать я совсем разучился, и прошу вас меня извинить. Утро зовет снова в поход, покидая ваш маленький город, я пройду мимо ваших ворот, хоть я с вами совсем не знаком, и далек отсюда мой дом. Я как будто бы снова возле дома родного, в этом зале пустом мы танцуем вдвоем, так скажите хоть слово, сам не знаю о чем. Моя бабушка очень любила эту песню. Один раз в год весной она доставала из шкафа большую черную пластинку, ставила ее на проигрыватель, а потом слушала, подперев рукой голову. Бабушки давно уже нет, и эта пластинка потерялась в бесконечных переездах. Но я до сих пор помню, как колышутся в такт музыки солнечные тени от листьев и тюля на теплом полу. Хоть я с вами совсем не знаком, и далеко отсюда мой дом, я как будто бы снова возле дома родного, в этом зале пустом мы танцуем вдвоем, так скажите хоть слово, сам не знаю о чем.